Так, ребят, всем привет. Мы снова в деле. Продолжаем нашу миссию 5 мая. Миссия у нас отряды, следующая, по-моему. Why use such advanced technology against innocent civilians? Спутник нам один уже сбили. Поставили второй. Нам надо заказать, кстати, еще один спутник. Блин. Когда все это успеть, я вообще не понимаю. Минус 176. Забавно. We are confident that you will handle this matter with discretion. Ну поехали. Собственно. Touching down. We're heading into China for the next operation. You must be my contacts. No one who fears reprisal would make an entrance like that. Not so different from killing a man. It won't take long for them to realize I'm missing, especially since I've got this thing with me. If you take me with you, it's all yours. That's our man. And it looks like he's got the package with him. Бабы на него смотрят такие: блин, мы этих сектоидов мочили. Никак замочить не можем. Тут чувак с пистолета ваншот просто. Мы их гранатами. Мы их... Ужас. Как несправедлив этот мир-то. Видите, да? Короче, здесь все очень опасно. Опасность. Вначале подготовиться, ребят. On my way. I'm not sure where my boss got this thing, but he was taking offers from a variety of bidders, regardless of their intentions. Вот здесь нормально можно стоять. Что там ужасные типы нападают на самом-то деле. Ходить будешь, не? Forces headed your way, Strike One. Get ready. Ха, никого нет. Запаролим и скриптулю. Ой. Так, где скаут? Как-то не очень все хорошо, ну ладно. J'fonce.
J'ai rien. Аккуратненько идем. Так, новичок, твой выход. I'm on it, commander. Ну что началось-то опять, ну? Что за бред? Heading there now. Kill confirmed. Замечательно. Yes, commander. The job itself seemed trivial, delivering equipment to a predetermined drop point. Рядышком стоят все. No way that just happened. Ну блин. Начинается. Так. Нельзя забывать про этого чела еще, да, тут. Так. Если мы его просветим, мы сможем гранаткой его жахнуть. Опахой. Это было бы хорошо. Подходить очень не хочу сейчас, неподготовленным. Можно подойти вот этим, кинуть АП, двоих убить. Но опять же, трупы, трупы, трупы. Тем более этот без прикрытия. Так, задымление надо сюда бросать. Если... Подождите, этот здесь. Малтон, здорово. Подходить нельзя.
что у нас по гренам еще? Если я сюда, к сожалению, поставлю и не сниму того, будет печально. Давай тогда сюда. Так, 77, 55. Давайте все-таки их АП гранаты пытаемся убить. Четыре кредита заработали. Считайте. Ненавижу, когда бросаешь туда. Вот на него, если бросаешь, иногда глюк бывает жесткий. Бросаем сюда. Так. Он где-то здесь, да? Где-то здесь стоит. Moving out. Да что ты делаешь-то? Вот рак. Да. Moving out. Moving to position. Once I saw this device, I began to fear the implications of our involvement. Stay alert, Strike One. You've got hostile forces about to hit your position. Да хорош! Вот он бежит, блин. Может кого-то завалить? I'll get him next time. Побежал наверх, да? That's it, I'm out. Вот это плохо. Нормально. I think it poisoned me. Это нормально. Да хватит уже! Офигеть, еще один пришел. Так, ну слава богу, снайпер в игре. Снайпер в игре. Так, главное не сдупить, где скаут? Скаут у нас вообще с другой стороны. Ё-моё, он все равно снимет верлоч. Давай вот сюда аккуратненько. А, подождите, там Overwatch, что нет. Ну, чё это, блин? Нормально. Он не добегает нормально, кстати. Ну, это провал. Как так ты не добегаешь-то?
Так. Так, давайте немного отойдем. Здесь Hunker Down, в яде сидим. I've crossed many lines during my life, but now we all face a common enemy. Moving. Reloaded. Блин, вот это гадость. Только под Шредером убивается, по-моему. Hostile Smod. Стелс-мод — это круто. Так, это лайтник рефлексы. Вот этим надо спасаться, да? Кидануть сканер. Подождите, здесь есть смоук. Где у нас еще смоук? У нас нигде больше смоука нет. У нас один смоук. Как же они волнами здесь идут-то, а? Пробуй затащи. Не так, как раньше. Так, хорошо, я могу. Например. В принципе, сидя здесь это сделать. Позиция вроде нормальная. Привет, тут свит. Смотрим, где эта хрень летающая. Уж её хрен пробьёшь. Вот она. Впрочем, у неё только precision shotter работают, вот реально. Шотганы против нее не работают. У нее базовая броня 2, ребят. По-моему. Можно это как-то посмотреть? Ну охренеть! Жива скотина. Это плохо. Так. Тут под кислотой, да, до сих пор? Понимаете, что я могу пострелять из карабина и ничего с ней не станет? Вот ничего вообще. Это гранатчик. Ты вообще в беде у нас, дружище. Возможно, еще третий есть. Так, подождите, нам еще как бы разобраться с... вот с этим нужно. Допустим, я могу вот этим пострелять, а потом кем добить? Добить уже неким будет. Поэтому тогда надо просто отбегать, наверное.
Тут Hunker Down, тут сюда убежали, убежали, например, тут яда уже нет. Убегаем, например, сюда. И ждем, пока эта тварь подлетит. Ну что, всем прятаться, что ли? Нет, я-то могу просто еще подойти сюда, как бы. Скаут у нас походил, да? Мимо. Убили. Здесь тогда. Яд сюда накинет, будет неприятно, поэтому... Ладно, давайте лучше здесь тогда сидим просто. Если он кинет яд, не так страшно. Сидит ли здесь? Или отойти немного? Было бы прикольно подойти так, чтобы можно было гранату кинуть в следующем ходом. Охренеть вообще. Выжили. Но ранангана нету. С другой стороны, вот тут есть чувачок, которого специально мы сюда вели. Только докинет ли он гранату, это большой вопрос. А наш инж вот здесь. Все через жопу вообще. Я вам так скажу, все через одно место. Ну хорошо, давай подходи сюда. Нет, не серьезно. Ну, тогда вот здесь надо кидать. Вот этого я и боялся. Грусть и печаль. Его нечем просто убить. Кроме, может быть, подбежать этим, но он получит от кислоты удар и может запаниковать. Соответственно, это будет боль. Как сделать? Будем получать выстрел. Да. Убить может. Вот я не понимаю, почему я кинул гранату, и он не сдох. Я бы тогда лучше знал бы такую хрень, я подошел бы с... Бахнул бы его.
Solid copy. Еще один интересный есть, ребят, как думаете? И он только один в паке был. Это вопрос большой. Потому что... Ну ладно, попытаемся его на Overwatch держать тогда. Но на Overwatch он будет стрелять точно. И в кого он попадет, это, конечно... Давайте тут, ладно, пофиг, тут. Да, он явно сюда будет стрелять. Так. Компьютер жесткий, а? Ладно, давайте Overwatch, хрен с ним. Молимся. Мне его зафиксировать надо. Так, здесь скаут один остается, ну пусть тут стоит. We're receiving reports of heavy X-ray activity in that area. Enemy forces are likely closing on your location. Он отходит. Ништяк. Я тут что-то голову ломал, а он отошел куда-то. Чувак! А он делал сам. Ребята, у меня вопрос. Вам не надоело выпрыгивать постоянно? Блин, подходить боюсь. Усагрить кого-нибудь еще. Сейчас агропак вообще не в тему. Хотя... Под стиди выпадом ракета есть, да, если что? Давайте попробуем светить. Иви. Он тут дышит! Боль. Так, новичок, да? У тебя как прошло? Да, прошло. Патронов у тебя все равно нет. Moving. А кто вас всех будет вас убивать? Я не знаю. Раненган есть, как бы, еще, ладно. Причем то, что есть раненган, надо дальнего валить. Попал, это очень хорошо, ребят. Так, затишье, да, перед бурей? Так, снимаем позиции, чтобы можно было побежать куда угодно. Так, здесь стиди выпан, здесь занимаем позицию поближе. Релоуд. Ну все, передышка будет, нет? Запарился отбиваться.
Да ё-моё! Ну невозможное что-то. Сейчас вообще все плохо. Хоть вообще отбеги, отбегай. Hunter Down становись. Давайте отбегаем. Ну их нафиг. Heading there now. Мы вообще без позиции, нормальный. On my way. Так. On the move. Reload. I'm ready. Так, здесь у нас ассалт карабина и гранатчик. On давай в эту сторону перебегай. Здесь у нас скаутишка. Скаутишка — это дело такое. Не, его в яд нельзя, потому что если будет яд плюс Overwatch, это будет ТТ. On y va. Так, здесь. Hunker down. Хотя, может, они не увидят, кстати. Давайте не Hunker down, давайте вот так. In the air. Да, они вряд ли добегут. Потому что я никого не видят здесь. Забавно. Офигенно на позицию постал. Просто шикарно. Так. Единичку кацанул. Ха! О, ни хрена себе! Ты чё, оборзел, что ли? Ты чё творишь? Не-н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 е
Ну, давай у тебя мувмент будет големый. О. Где у нас скаут, чтобы не ошибиться? Скаут может не понадобиться. Так, можно дать ракету. Сразу. Раз. Блин, вот ракету я не знаю, давать не давать сейчас, потому что что будет потом, я вообще в шоке. Что у нас снайпер видит? Полезный. Потому что я вот эти штуки поставил, да? Так, можно просто хаи гранаты и попытаться их завалить. Но это вопрос, как хаи граната здесь разрушит, потому что это не сапер, это простой новичок. Вот такие дела. Так, а что у нас со Шрёдером? Шрёдер. То есть, чтобы попасть вот так в двоих, нужно вот сюда кидать, да?
Привет, Коди, дожил до Дженга. Это же все обуз сейфлоуда, дружище. Так, допустим, этого я точно убиваю. С Ранангана, да? То есть, соответственно, у нас проблема только с двумя челами. Возможно? Возможно. Нужно просто побежать снайпером. Ой, не снайпером, а вот этим. Снять Overwatch. Потом кинуть гранату сюда. Взорвать все укрытия через сапера. И всех расстрелять. Такой план. Так. I'm on it, Commander. Ну-ка, большой бадабум. Чтобы все разлетелось только. Чтобы трупы были свеженькими. Ага, нет укрытий, да? Мстя моя будет прекрасна теперь. Подожди, ты кто вообще? А, давай тогда так. Слушайте, ранган могу не юзать? Ну, может так получиться, в смысле. Надо в 6 с вот этого. Ну вот. Да, доигрался. Ай, жесть. Так, хорошо. Ранган. 6 хп, ребят, это вам не хуй. Только не промахнись. Что будет, если он промахнется, кстати? Так что подумал, что... А, ну еще есть запасной вариант, да, какой-то. Я не хотел знать, что будет, если ты промахнешься. Не хотел. Офигеть вообще. Ой, беда. Теперь внимание, ракетчик добежит, не добежит. О, боже. Как бы сейчас не пришлось ракету кидать вот сюда. Нам, блин. Roger that. О, боже, он его не видит. Ай, лол. Так, снайперов тогда выходим. Блин, вот как можно было замутить такую хренотень? А пистолет не может, да, столько урона нанести? Два дэмэджа. И ранган все равно придется юзать. Офигеть, я намутил. А, сикер я уже убил. Так, давайте смотреть. Ну, снайпер надо, чтобы снайпер пострелял. Давай, может, ты его убьешь? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. No rounds. Ты попал, ты молодец. Шестьдесят процентов, ребята. 60% это печаль. А здесь еще хуже.
Блин, 60%, что мы проходим миссию или не проходим. Хм. Это лол вообще, как так можно получиться вообще? Ха-ха! Да ладно, ну что за бред? Ну что ты творишь-то, а? Ну как такое может быть вообще? Столько миссов просто ниоткуда. Все же было хорошо, а? Жесть вообще какая-то. Может еще красный туман спасти, конечно. Да ты понимаешь, что там разлет слишком большой? Там 4 разлет был. Охренеть вообще. Это чё за камбэк? Это камбэк! Пистолет на 5 кританул даже. Лол вообще. Вот это прикол. Я не знаю, как это получилось, но это получилось. Так, тут идиот он. Да, не обошлось без фарта. Да, не обошлось. Не будем. Фарт был. Проблема в другом немного еще. Потому что не знаю, сейчас пойдут еще дальше ребята. Потому что мне уже надоело, что они идут. Так давайте здесь. Ты не умер? Нет, не умер. Все, можно перезаряжаться. Фух. Похоже, ничего больше не будет. Все, подготавливаемся. Reloaded. Да мы все это убили уже давно, мне кажется. Let's rock. I'm ready. Заряжаем пушки, ребята. Let's do this. Хорошо, что патроны бесконечные. Это, кстати, бред. Могли бы сделать более... Так, хорошо, занимаем позиции тогда, да? Ну, смотрите, как ему хорошо. Ха! Чувак решил отдохнуть. Дропаться начнем. Да перестань, тут уже столько дропнулось, что я даже не знаю, кто там еще должен. Мы, кстати, по-моему, только одного убили с гранаты, да? То есть вообще нормально трупов подняли. А там трупы нужны, нам деньги нужны. Но с деньгами такая печаль. Что я даже не знаю. Так, хорошо, хорошо. Дропаться начнут. Когда они начнут дропаться, у меня уже ракетчик будет здесь в центре стоять. Я надеюсь на это. И как бы ракетой сможет куда-то там бахнуть в случае чего. Чел с рангадом, обилка откатилась.
тоже странно себя ведешь как. Affirmative. Сканер у нас есть. Еще два сканера, отлично. То есть можем начать нормального агро. Так, итак, ракетчик. Ну, давайте с TD выполним, накачаем меткости немножко. Подойдем одним сюда, новичком. У нас два нюбаса, да? Да, мы двух нюбасов взяли, нормально вообще. Где одного бойца по правому, другого по левому. Нет, так нельзя делать. Так, нельзя, у нас тут... Я вот снайпера думаю поставить на это место. Roger that. Rolling. У нас по одному бойцу не ходит, у нас только по два. Я вообще достану. Ну и что, что он дропнул сюда в темноту? Хрен с ним. Пусть дропается. Мы пойдем по левому краю. I'm rolling. Просто и со вкусом. Ничего делать не надо. Rolling out. Je vais vers la position. Так, вот ракетчик, да? Давайте его сюда. Окей. Такое ощущение, что вообще никого не осталось. Только народу перебили. Очень страшно. Так, Steady Weapon. Все. Heads up, boys and girls. Intel suggests hostiles are headed right for you. Ё-моё! Я не готов! Сейчас бы этот не побежал. Ready to engage. Good to go. Так. Мне кажется, паков вообще нет. А мутон может быть вот здесь вот? Или это тоже изменили, что этого нету? Чтобы это узнать, надо просто... Roger, tracking.
Ты уверен? А мутон? Мутон не пойдет к нам, да? Moving out. Heading out. Судя по тому, как быстро переходили, действительно не осталось. Там вместо мутона крысолит? Крысолит? Я не хочу крысолида. Хочу крысолида убить сразу. Что будет стоять? Он захочет у этого чела личину отложить? А, он тихо, он же падает, точно. Так. Тогда. Снайпер сюда. Ты. On my way. Heading to that location. У меня повышенный хардкор, я должен определять, фильтровать информацию из чатика. Потому что она может быть не всегда правильная. Кстати говоря. Пока никто что-то не идет. Эй, толстячок, давай сюда. Heading there now. Сыкотно так. Очень сыкотно. Сейчас что-то будет падать, чувствует. Чувствует моя душонка. Moving to position. Heading to that location. Heading out. Copy that. Heads up, Commander. We've got an intermittent contact. It's something different from the others. Норм. Так, убейте его только. Ё-моё, там дали крышали. Все, думаю. Пало двое. Это кто? Может, ты его убьешь и закончим на этом? Как же. Так, крисолитка бежит. Ага, лайтнинг рефлекс у нас с этой стороны. Лол! Вот это подстава. Мне просто пробежать и снять как-то Overwatch этот дебильный. Когда я его завалю. Могу не завалить, кстати. А если мы забежим в самый низ, там никто не упадет больше? Я не знаю, здесь и кто это. Стоит, видит. Один и два. И должен сорваться Overwatch. Так, хорошо. Срываем я Overwatch. Стою здесь как этот... Тогда я смогу вот этим челом подойти сюда и пострелять. Ассалт-карабин.
Если у меня это не получится, я могу взять еще одного чела, подойти сюда, пострелять еще раз. Если мне это получится, мы пишем ГГ, ливаем. Так. Просто если бы не наш скаут с большой мобильностью. Ранган не достает. Вообще никак. Так, подождите, это здесь. Так, вначале. That's affirmative. 77. Так, подождите, 77. Нафиг, нафиг. Гранату будем кидать сейчас. Так, сзади Криса. Лид. Сзади Криса Лид. А где он, кстати? Он где-то сюда упал, да? Сейчас прибежит. Для Крисалида у меня отличный подарок есть, вот этот чел. Target confirmed. On our way. Так, здесь вот Overwatch. Пожалуй, поставим. Здесь у нас ракетчик. Ракетчик, хреновый ракетчик. Just received some intel that hostiles are advancing on your location. Опять? Ready up. Ну, кто там еще бежит опять? Чё, фига? Shot failed to connect. Чё, фига? Ну охрененно! А где я, Крисалид? Я не знаю, где Крисалид. Кстати, этот рванулся. Болван рванулся. Так, их я могу двоих гранатами свалить, да? А ты здесь, тебе вообще нормально, да? Вот здесь вот ты такой, как бы, вообще в порядке вещей себя чувствуешь. Ну давайте. Мы можем снайпером убежать, сюда встать. Ничего, в принципе, угрожать не будет. Ну да, он тут далеко. Пацаны! Бегающий французик. Пять, да. Слушайте, я не знаю, где Крисалид, и меня это раздражает. Я всегда не... Вот ненавижу, когда ты не знаешь, где Крисалид. Вот очень это не люблю. Очень не люблю, когда ты не знаешь, где Крисалид. Очень, ребят. Heading out. Out of the game. Так. В смысле лапу чешет? Зачем? Вот и делает. On the move.
Я для него дробаш подготовил. Он, как ты говоришь, чешет там что-то. Ладно, убегаем просто тогда. Не мог далеко забежать, поэтому... Already there. Так. Чтоб никому здесь не мешать. Значит, он замер, понял. Не смешно, ни хрена. Кстати. Беги, старичок, беги. Блин, слушайте, опасно бежать тут так. Что если он выйдет вот сюда, прибежит и просто ваншот? Давай на дэш. Ай-ай, командир. Релоудед. Это крисалит, да, был? Он куда-то туда побежал. На перерезочку, ребят. Nice story, bro. Ну офигенно! Что с ними делать теперь? Давай, тут самое безопасное место, походу. Или нет? Безопасное вот здесь вот. Никого не видно, никого не слышно. Где крисалит? Зачем он? Куда он свалил опять? Что делать с ними, а? Причем я хочу их застрелить. Это крисалит 7 и это 11 монет, ребят. 11 кредитов. Это просто до хрена. Так, мне надо окно закрыть, а то я замерз. Сейчас. Американец пека. ЕКБ это что, Екатеринбург? Блин, опасно. Тут свит. On my way. Повезло тебя. Блин, да где он? Кстати, не нравится, что я стою на одном месте. Мне вроде как двигаться никуда не надо. Moving to position. You hear that?
Ну. Это что такое? Нормально звук. Походу они эваку... Я понял, крисолит засел. Эвакуировался, короче. Ребят, крисолит эвакуировался. Ха-ха, реально, смотрите. Стоит. Да ё-моё. Ты оборзел, что ли? Крисолит эвакуировался. Все, ребят. Ну, бывает. Жесть какая-то. Это жесть. Я хочу один скрит. Мы сейчас деремся на один из кредитов. Да, я так и понял, что он как бы с намерениями такой решил с нами до базы докатить. Так сказать, объяснить всем, что такое размножение. Приколите, да, миссия такая. Не допустить одного. То есть, представляете, миссию такую сделать? Зона эвакуации. Туда бегут люди и пытаются забежать в крисолиды. И у вас миссия. Типа. Валить крисолидов, замочить как меньше. Ну, АОЕшкой, соответственно, этих жителей. Но если хоть один крисолид до зоны эвакуации добежит, то вы ГГ. Норм? Прикольная миссия я придумал. Это такой, знаете, дефенс. Дефенс зоны. Мне нравится. Хороший был бы такой. Так, ну здесь оставаться нельзя, потому что он не один. Как бы. И бежать с Ранненганом я тоже не могу к нему. Affirmative. Потому что Финкман где-то справа получается. Понятно, в общем-то. Лучше на Финмана Ранненгана ставил. Ну давай, сладыш. Ну, крисолиды. Ну ты прикалываешься, что ли? Ну что это за корень? Во что мы играем? Ну это такое. Ну чё, ожил ты там? Нормально тебе? А у нас все пучком. О, бежал. Так, теперь надо достать этого Финномена. То есть, если он Дженга не видел, то это все, да? А кем я побежал? Ты что делаешь? А, все нормально. Объясните мне, где чертов Финман? Ракетчика оставим, пожалуй, здесь.
Мне нужно Финмана убить. Я отсюда не улечу, пока не убью Финмана. 4 золотишки. Жадность, ребят. Чувствую. Вот он. Все мы знаем, что это был за саунд. Affirmative. Да где ты, ё-моё? Да каков это приказ, что если мы одного Финмана не можем стратегически убить, то это можно сразу эту игру закрывать. Не можешь убить Финмана в шестером против одного без потерь, закрой игру нахрен и даже вообще не суйся. Так. Примерно так это звучит. Solid copy. Примерно так это звучит. Там в панике, наверное. Погонщики финменов, в общем-то, у нас сейчас. Потому что я точно знаю, если мы добегаем этим челом, то если заканчивается, это не прикольно. Мы не слышали никого, мне это напрягло немножко. Heading there now. Надо просто его законтролить. Не потянется, он там где-то контролирует что-то. Сюрут. Контакт ennemi confirmé. Taken care of. Почему звук страшный, мол? Изи катка. I am alive. But the life I had is gone now. Funny. That my life should take such an unexpected path. Turning my back on old friends to defeat a common enemy. The device and our contact are secure. Get back to HQ for debriefing. Следующим женгерским миссиям у нас должно быть две снайперские лазерки. Looks like they're really taking care of business down there, and without so much as a scratch. Скаут. Ну что, скаут убрать? Lock and load? Или execute owner? А медика у нас так до сих пор и нету, да? Смотрите, из 19 мы убили... Двоих только взорвали. Нет. Одного взорвали. Подождите, раз, 16, 17... 18, Seeker Wreck. Да, одного только взорвали гранатой. Клево. Remember, we will be watching.
Вообще, посмотрите, мне нужно делать что-то, я ничего не могу сделать. Гатлинг, лазер, что это такое? Мне вот хэви лазер пофиг, вот мне лазер карабины хотя бы, уже было бы круто. Вот, это тоже крутая вещь. Печаль, конечно. На взятии батлшипа существует телепортирующийся кибердиск, который залетает в спину и ваншотает одного пацана. Лазер карабина дает плюс 15 меткости. Ну вот. Видишь, как круто. Сосикеры дают один алой и один урек, да? Итого 8 денег. Нам срочно нужно... Блин, мы тогда 4 тарелки упустили, и нам... Миссия! Дай миссию! Вот оно! Смотрите! Вот оно, бабло! Бабло, баблище. Слушайте, транспорт, это же еще хуже, чем баржа, что ли? Но я. В смысле, экзалт? Я, кстати, против экзалта вообще еще не дрался ни разу. Или это... А подожди, транспорт это и есть баржа, да? Ну, в натуре. Или нет? Лол! Нормально! Давай. Куда она делась? Охрененно. О, Ноя. Слушайте, а может быть из-за того, что у меня нет спутника здесь, он все время... Смотрите, опять Ноя. Медиум Рейдер. Что нажал? В смысле, я ничего не нажал. Она не села, она просто улетела куда-то. Вот он тоже, видите, Ноя. Мне тоже сейчас? Очень пугай его. We have eyes on the bandit. We lost the bubble. Давай рейдера хотя бы. Куда он летит? О. Фу. Ну слава богу. Ну слава богу, хоть что-то. Но ей сядет. Ну вот это тоже село. Бара. Ну а. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here.
Подождите, а что я изучаю вообще? Вообще что ничего не изучал сейчас? Что изучаем? Ладно, давай. Так. Почему у меня скоб всего одна? Короче, я хочу вот это, компании офицеров сделать. 120. А мне 240 денег надо где-то взять, тогда не получится. Ой, 240 денег. Чтобы это сделать, 246. Да тут пипец вообще никак. Да не берем этого крутого чела, который... Я не знаю, он будет качаться дальше или нет. Вот этот чел. Видите, он не может подняться дальше, у него будет... То есть он не может апнуться, пока я не сделаю этот грейд, поэтому я не знаю, брать его или нет. Не знаю. Вон тут 8 миссий. Не, лейтенантами, наверное, не отбегал. А причем тут лейтенанты? Я еще раз говорю, смотри. Вот эта штука, видишь? О, капитаном сделать. Как он апнется? Вот написано «Allow promotions to captain». Или я что-то не пойму. Алло, promotions to майор. Или это чисто... Он апнется, а чё мы его не прокачали тогда? Сейчас бы нормальный снайпер был. Он будет апаться или нет? Я спросил, сказали, что не апнется. Так он и так уже второго рода лейтенант. Третий, вот эта штука, капитана. Вот видишь, вот этот промоушен, мне кажется, надо в школе покупать, чтобы он смог апаться дальше. Нет, разве? Я думал, что это так будет. Что это топовый у нас чел вообще. Топовый-топовый. Топовый-топовый-топовый. Самый топовый. Это уже догоняет, правда. 500 экспы, кстати. Слушайте, ну это сейчас будет тяжелое, да, походу? Будет тяжелое. Так. Давайте сохранимся. Это первое. Второе. Я схожу себе за парольным чаем. То точно будет пак из мутонов. Но вот пак из мутонов, чтобы нам победить нормально, как я это вижу, это только два выстрела с... Ну, один... То есть одного мутона надо забрать сразу будет. У того снайпера топовый подгузник полный. Что за бред?
В смысле, почему подгузник полный? Вот здесь? Омега, ща приду. Ну что,